Алексей Алексея. Он у нас специалист по шелковице, он выбился в лидеры. Еще один будущий, я уже седьмой палец загибаю, еще один будущий ведущий федерального телеканала, если наши придут. Вот, это один из его приемов. Как он написал, внимание. Здравствуйте, Валерий Константинович. Спешу поделиться своей радостью. Появился первый корешок на черенке шелковицы железа. Ура, страда началась. Интересно, те 200, которые раньше порастил, довел до состояния саженца продажного. Продал, не продал, а то я, получается, виноват буду. Потому что, говорю, Алексей Иванович, не закапывай талант. Ты можешь кем угодно работать. Вот, но обязан вырастить шелковицу. И тогда вот его объявление, которое мне прислал. Желающие приобрести саженцы шелковицы железа могут обращаться к Галине, т.т.т. телефоны, вот они, или на почту, на новый сайт. Вот. Я вам показывал данные дочки Латинкова, так, которая помогает продавать лахмастиху Долматова. А это жена Галина. Она, получается, будет продавать шелковицу в том числе и Алексейка. Видите, какие получились комбинации? Отличные. Вот это и есть то самое. Хлопцы вам до кучи. И всем полезно, и всем выгодно. И главное, стране выгодно. Вы что думаете, много этих саженцев шелковицы по стране? И семечки, да. Захочет человек, насобирает плоды, семечки. Раз, сохранил, посадил, всхожесть под 100%, вырастил, дички, ля-ля-ля. Вот. А здесь укорененное. Это вам не хухры-мухры. А с этих вырастут такие же, ну, фотографию я показывал раньше. Помните, на ладони, красавцы. Это плоды с этой шелковицы железа. И вот, а я по натуре человек такой, как бы сказать, и физик, и лирик. Вот. И что написал Алексей Иванович? Не откладывая жизнь на потом. Своих близких согрей, обними. Что там завтра, лишь ведает Бог. Ты сегодняшним днем дорожи. Близким людям улыбку дари, согревая их теплом своих рук. Ты вниманием их окружи, и заботой, и лаской, мой друг. Если завтра разлука грозит, чтоб себя не винить, не корить, ты сегодня для них живи и запомни тепло родных рук. Алексейка, Алексей. Вот так. Сейчас, секунду, надо мне успокоиться. Я всегда это как-то принимаю к сердцу. Эти слова, они как-то на душу ложатся, они как-то вот, и будоражат, и тревожат, и согревают. С годами все сентиментально становлюсь. Но самое страшное было, я каждый раз при фамилии Латинкова. Я помню, как я здесь на одном из вебинаров читал молитву, вот, и плакал, не мог устоять, вот, удержаться. И стыдно было, и плакал на глазах у вас у всех. Вот, все старше, все сентиментальнее. Так, вот это моя фотография. Это мой персик. И вот что здесь получилось. Одна грядка у меня получилась неудачная. Посажена сотню. Выросло 4. Так. Остальные сейчас сидят там. Так сидят. Зайдут или не взойдут? Вот. И тут меня взбаламутил мой украинский друг-земляк. Ну, назовем его Александрович. Я уже буду фамилию называть. Время такое. Александрович. Вот. Разбил косточки. Собирал в январе с моей, можно сказать, подачи. Потому что я когда объясню, что им цены нет. Да, сегодня нет цены, правильно. А завтра, когда все закончится. Ого, может, тому времени эти саженцы пойдут в Россию. А им цены нет. Но есть понятие цены нет, это значит дешевка. А есть понятие цены нет, значит им миллионы стоят они.
Он начал разбивать и фактически меня научил. И я, железо, у которого жесткие принципы, потерпев неудачу, ну пусть один раз, хожу вокруг этого снимка, лежу туда-сюда и вокруг грядки. Придет весна. Мне что, выкапывать их обратно? Их легко найти. Они же растут как бы рядочками. Уже видишь один. Уже знаешь, где второй рядом растет. Нащупать, вытащить. И что, разбивать? Смутил ты меня, дружище. А принципы? А невмешательство? Татьяна Александровна. Ильчишникова. Дочка моя. Ну что мне делать-то? Мы с тобой одних и тех же принципов придерживаемся. Ну что мне делать? Ни разу в жизни принципами не поступался. А теперь надо брать молоток и разбивать. А если они не взойдут второй раз? На второй же год. А? Ну что делать? Ой, я влип. Лучше бы я не знал про эту технологию. Ну, слышала, что квалификация там, значит, когда берут их напильник, начинают подпиливать, чтобы лучше и легче взошли. Все-таки броня такая. А тут бах тебе молотком. Вот результат. Пожалуйста, живые, здоровые. А здоровые ли? Ну, что, я не имею права поплакаться. Здесь же все друзья.